ЦСМ номер 6, прививочный пункт, организовали сзади здания. Здесь нет никаких опознавательных знаков, поэтому лучше спрашивать, куда вам пройти. И вот здесь вы увидите толпу людей, которая пришла, чтобы пройти вакцинацию. Почему был ажиотаж? Это, наверное, люди поняли, что за болезнь COVID-19, что одним из лучших мер профилактики является вакцинация. Это очень радует. И то, что люди обращаются, это наше сознание, я считаю. А то, что был ажиотаж, и то, что была очередь, то, естественно, будет очередь, потому что мы только начали прививать российскую вакцину. В ЦСМ номер 2 висит опознавательная табличка с указанием, где находится прививочный кабинет, и вот прямо по аллейке можно также увидеть скамейки, где сидят люди в ожидании своей очереди на вакцинацию.